На севере Прикамья уже завтра, 22 октября, может выпасть до 5 сантиметров снега. Радует, что к выходным он растает. Средняя температура воздуха в крае ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем от 5 до 10 градусов тепла. Не обойдется и без осадков ночью в виде мокрого снега, переходящего в дождь днем. В выходные ожидается преимущественно облачная погода с небольшими осадками. На регион распространится арктический воздух с полуострова Ямал. Ночью будут заморозки, а днем можно ожидать первый снег. В восточных районах не исключено формирование временного снежного покрова.